Салют, дамы и господа, приветствую котаны и кошечки, с вами я, Олег Гром, продолжаем марафон различной измерительной техники, ну, то бишь погодных станций, термометров и всего, что с этим связано. Ага, заразная болезнь, ничего не скажешь, начинаешь с одного и пошло. В общем, смотрите, вот такой миниатюрный и даже надпись по-русски есть: электронные часы, термометр, и то умеет, и это умеет. И пятое, и десятое. На самом деле, я думал, что он будет немножечко покомпактнее. Но, судя по габаритам, не такой уж он и компактный. По габаритам я имею в виду коробки. Собственно, все. Больше тут ничего нет. Вот так вот это вот все выглядит. Крепите присосочкой на стекло. И наслаждайтесь. Давайте достанем батарейку. Скорее всего, это АГ-13 какая-то. Или какая там она была. Ну да. Заботливые китайцы подложили даже какую-то пупырку, чтобы, значит, контакт лучше был. Хорошо. Окей. Совершенно мелкая мелочевка. Так, что тут? Еще какие-то настройки. Одна из настроек просто сбросила все. Вторая настройка меняет фаренгейты и Цельсии. Я немного не понял, где здесь часы. Может быть, скрыты под вот этой штукой? Но это я шучу, конечно. В общем-то, часов я не вижу, хотя, видимо, электронные часы и термометр. Надпись прямо на русском. Хотя здесь просто термометр. Почему здесь электронные часы, я не знаю. Да, друзья, это самый обычный термометр. Сейчас мы снимем пленочку с вами. Вот она мешает. Все некрасиво с пленкой выглядит. Это пластик, это не стекло. Ну, вот это, я имею в виду, часть вся пластиковая. А вот. Я не знаю, где они будут интересны. Мне интересно было их прилепить на окно, а потом я подумал, а что они будут показывать на окне? Температуру возле окна, температуру за окном они не покажут. Температуру возле окна, но это не совсем актуально в зимнее время года. В общем, куда-то такие прилеплялки можно где-то воткнуть, но явно им нужен сзади белый фон на просвет. Тогда их будет видно, если, не знаю, к чему-то их темному присобачить, то вы ничего не увидите. Вот. Такой вот казус небольшой. Может быть, кому-то в авто захочется нечто подобное прилепить, знаете, в КамАЗ куда-нибудь. Но я не знаю, куда еще их можно. И еще мне кажется, что вот это, да, грязная какая-то еще пришла. Вот это что вот это? Или это заклеено, приклеено так? Вот эта вот штука просто прикручена на какой-то саморезик. Как мой опыт показывает, если присоска имеет внутри какой-то еще элемент, то, скорее всего, будет пропускать. Но, тем не менее, стоит не так дорого. Было интересно и на картинке выглядело очень уж заманчиво. Ну, а так визуально, смотрите. Нифига не маленькая вещица. Вот порядка скольки? 9,5 сантиметров. Вот. Термометр. В общем, вот. Все на этом. Ни чиха не болей, приятель. Пройди остаток жизни с пользой. С тобой был я, Олег Гром. Пока-пока.